Вас приветствует канал Фортуна. Сегодня мы рассмотрим одну из альтернатив беспроводных наушников для металлоискателей Expedeus, да и впрочем для других приборов. Наушники посоветовал нам один из наших постоянных коллег по КОПу. Уже полгода пользуется, говорит, нареканий нету, все возможности наушники его вполне устраивают. Ну, что мы можем проверить? Мы можем проверить как бы скорость самих наушников, это то, что самое главное, ну и качество самой тональности, так скажем. Что собой представляют эти наушники? Совсем недорогие, даже по смешной цене, ну по надежности, как вот есть уже одного использователя, говорит, нареканий нету, поэтому решили мы выставить их на обзор. Итак, сами наушники, понятно, которые вы будете носить на голове, они регулируются под размер головы. В самих наушниках стоит два мини-пальчика. Защелкивается, оборачиваются уши. Есть FM-приемник, выключено. И непосредственно сама работа на дистанции. И вот регулировка громкости. Итак, дальше. Конечно же, не может работать сами наушники без этого облачка. От этого облачка черный провод главный, который потолще с разъемом. Засовываем вот этот разъем. Сюда вставляем батарейки. Это, соответственно, есть положение OFF, H и B. Включаем на B. И зеленый провод, где должны вставляться наушники. И, соответственно, для тех, кто не понял, как они работают. Блок и вот эта штука должно носиться вместе. Ну, а наушники вы носите уже на голове. Не знаю, как вам удобно там видеть VDI, не видеть VDI, можете примотать хоть скотчем. Но в любом случае оно должно быть вот здесь. Возле самого блока. Ну, на расстоянии провода, соответственно. Можно и разбросать. Дальше. Что мы делаем? Мы включаем сам наушник. Засветилась красная лампочка. Добавил громкости до максимума, положил, проверяем скорость. Попробуем на мелкую цель, сережка. Сначала медленно проведем. Теперь средняя проводка. И быстрая. То есть скорости достаточно. И то же самое, как вы видите, и на монете. Качество звучания вполне отличное, но вот на такой громкости уши разрываются, если одевать. Надо убавлять. Поэтому, если дали максимальную громкость, одели на уши, не советую. Что еще? Могу попробовать программу Deus Быстро. Ну, как скорости видите, хватает. Дальше. Самое интересное. На каком расстоянии надо, скажем, убрать там уши? Сюда я их уберу, буду держать, водить от блочка в разнос, чтобы был сигнал. Ну, скажу, что лично пробовал. На метров 5 есть сигнал. Отставляю вот на 5 метров. Даже не 5, 10, 7 метров. Вот сейчас я слышу в другой комнате за 5-7 метров сигнал. Так что вполне нормальный вариант для любителей наушников. Рекомендую. Всем спасибо за внимание и до следующих встреч.